Ну что, кого-нибудь зацепило, я надеюсь, нет? Судя по всему, нет, конечно. Башка отлетела. Так, еще есть. Нужна помощь, срочно! Тут еще один, похоже, недобиток. Опа, ты наверху, что ли? Хорошо. Вот тебя швырнуло об стену. Как куклу тряпичную. Ах, не зря, собственно, назвали технологию Рэгдолл. Тряпичная кукла. То есть, в переводе на великий могучий. Именно как тряпичные куклы летают. Так, еще кто есть? Ага. Мы опять здесь. А что там сзади за вентили были? 4 штуки в ряд. Ладно. Не хочу знать. История об этом умалчивает. Ну, ноутбук. А что у нас здесь? Помнишь о том протоколе анализа? Так вот, очаг загрязнения зафиксирован в районе Одер. Сейчас это место практически заброшено. Думаю, что это непростое совпадение. Ну, ладно. Так, это у нас что? Сейчас, я так понимаю, нам просто надо выбраться отсюда. До площадки эвакуационной. Да. С руки замок не сломать. Что это? Я вечно, как увижу, сразу лезу во всякую вентиляции, подсобки и тому подобное, потому что в них, как обычно, лежит самое вкусное. И в данном случае, судя по всему, опять поступил верно. Так, что это у нас? Усилитель, хорошо. 135 уже. Вообще круто. Так, это у нас что? Винтовка ACP. Я, пожалуй, поменяю. Дробовик на нее. Что это? Это полуавтомат, снайперка. Пригодится, я думаю, прибой на дальнее расстояние. Полезная вещь. О, гранат. Но опять же, какие-то, блин, не те. Блин, так в кровушку не наступаем. Опять же, какие-то не те гранаты. Мне нравятся обычные. Обычных у меня, к сожалению, похоже, нет. У меня есть одна мина. 4 дистанционных гранаты. Ну да ладно. Так, что у нас здесь? Кто-то тут явно есть. Давайте испробуем нашу обновочку. Качественно. Знаете, подсрачник. Еще один готов. Хорошо, хороший автомат, скорее не автомат, полуавтомат. Хорошо, еще есть? Видимо, нет. Ну да ладно, будем экономить такую вещь. Она мне очень понравилась. Ну, конечно, полностью автоматическая винтовка мне бы понравилась гораздо больше. Не люблю, когда фиксировано по несколько выстрелов. Это, по-моему, просто транжирим патроны. Как правило, хватило бы одного в голову. Ну, максимум двух. Жалко патроны. Патроны у нее в дефиците, у этой винтовки. Так, ладно. Опять куда-то ход. А там опять дверь осталась. Давайте мы сначала проверим вот эту дверь. Что это? Куда это? Ну, скорее всего, она закрыта и завалена, как это принято тут у них. Да-да-да. Такая уж эта игра. Тут постоянно так.
Так, и что? Так, вот. Вот тут вот мне точно пригодится. Винтовка. Так, тихо. Один готов. Ой. Кто кидает? Второй готов. Еще есть желающие отведать комиссарского тела. Судя по всему, никого. Знаете, что мы сделаем? Мы сейчас избавимся от этой мины. Куда-нибудь вон туда ее кинем. Потому что, сдается мне, мясо сейчас будет знатное. И возьмем что помощнее. Нет, помощнее, в принципе, оставим. Нам с этим неплохо. Так, это у нас, я так понимаю, второй вход в это здание. Давайте быстренько проверим. О, еще патрончики. Так, здесь у нас ничего. Броня. Еще граната. Так, сразу переключимся на гранату. Сохранимся. Теперь можно смело идти в бой. Тут у нас лестница наверх, да? Да-да-да. Все, я понял. Так, ну ладно, вот у нас выход. Я думаю, просто так нам выйти все-таки не дадут. Ой, ой, ой. Да, я же говорил. Я же говорил, бежим, 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 бежим. Вот так сюда. Один. Второй. Блин, там бочка была, надо было просто бочку снять. Еще? Кто еще? Все что? Парочка солдат. Ну это, блин, несерьезно, ребят. Так, а это что за вход? А, но он все равно завален. А, ладно, давайте пойдемте к двери. Что-то музыка такая неспокойная играет, видимо. Неспроста это. Я так и знала. Так, все, кажется. Теперь тоже должно успокоиться. Так, ну что, все? Вроде все. Это хорошо. Не так уж и сложно было. Так. Вы где? Это явно засада, да? А давайте мы их обрадуем. О, блин! И хрена там из взрыв. Да. Ну, во-первых, граната как-то криво полетела. Я хотел рикошетом ее закинуть примерно сюда. Во-вторых, какого хрена тут все так сдетонировало? Тут шевеление я вижу, нет? Ой, ладно. Где она ж не пропадала? Не упустите его! Да блин. Ой-ой-ой-ой. Это уже может хреново кончиться. Блин, лечись давай, лечись. Ох, сколько у вас тут, ёлки-палки. Давай, лови. Фу, так. Блин, меня опять кошка ногу держит. Да что ж с этой кошкой будешь делать?
Так, 114 здоровья, ладно, пойдет. Патронов куча. Еще одну аптечку возьмем. В принципе, было не так сложно, просто неожиданно. Откуда вы взялись? Похоже, отсюда спрыгнули, что ли? Ладно. Так. Ух ты, блядь, опять ты. А, надо бы его познакомить с санкционными гранатами. Вот так. Блин, в клочья порвало. Только не та, у кого я хотел, конечно, но тем не менее. Давай, 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 дохни, дохни. Все, кажется, готов. Там еще кто-то бегает. Блин, напряжно стало. Аптечки-то кончаются. Ну тут просто, конечно, насели со всех сторон уже просто меня. О, ладно. Готов. Хорошо. Ну, конечно, вы кончитесь-то. Так уж нельзя тоже наседать на человека, блин. Просто неэтично, я бы сказал. Аптечка, хорошо. Так, опять разломал дверь. Что ж этот козел вечно ломает двери? Давайте возьмем с него коломет. Или как он тут называется в игре? Вертолет противника. О, броня. Броня, это хорошо. Так, что у нас здесь? Здесь у нас гранатки. Броня. Патрончики. И все, судя по всему. Блин, кошка, отстань. Да что ж у меня с кошкой такое? Вроде уже взрослая. Опять мигает свет. Да что ж такое? Так, ну, судя по всему, птичка нас уже ждет, но там вертолет противника. Кстати, заметили, что у бойцов-клонов практически вертолеты точные копии наших российских Ми-24. Это чего, американская оборонная компания, которая на оборонку работает, закупает наше вооружение, что ли? Или они тупо его скопировали, как в Болгарии, в Чехии любят копировать наш автомат, называть его своим мини и продавать, как будто это их оригинальный продукт. Возможно, здесь такая же история. Так, что там? Это что это такое? Так, здесь у нас винтовка. Причем обычная. Сколько у вас тут? Порядочный, я бы сказал. Это Феттель, похоже, улетел, да? О, блин. Да мы... Кошка, ну хватит. Кошка дергает за коврик мыши. Уж извините меня вот за такое дергание. Я ее, конечно, отпинываю, но, блин, ничего не поделаешь. Так, нам, пожалуй, надо сохраниться. Патронов жалких. Куда это годится? Мы так не договаривались. Ух ты, блядь, сколько вас тут. Хорошо, но по крайней мере их стало на 4 меньше. Так, ладно.
Блин, тут еще один мешается. Да не один, у вас тут просто до хрена. Охренеть, охренеть. Блин, еще граната. Куда все попрятались? Так, у меня осталась одна аптечка, 113 патронов и страшный враг, который я не знаю, смогу ли я убить. Да смогу, хотя, конечно, не первый, не последний. Где-то там. Штурмовиков больше вроде нет. Остался один этот. Сейчас мы ему мину туда засандалим. Иди ко мне, дорогой, иди сюда. Ну и совсем не страшно, как видите. Так, все, кажется. Надо бы валить. Площадка чиста. Понял, выхожу на балкон. А, да, сейчас вертолет прилетит. Следи за Блэкхоком. Так, только надо мину взорвать, а то сейчас. А то сейчас ничем хорошим это не кончится. Сейчас взорвал свой вертолет еще миной. Или не смог бы к нему подойти. Хотя, может, она, конечно, на меня-то не срабатывает, но тем не менее. Все, мы выбрались с доков. На этом я закончу эту часть. Продолжим через несколько дней. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока.